Подожди, давай. Приветствую всех чеканутых и долбанутых на теме влажного классического бритья, таких же, как и я. Братцы, здравствуйте. Сегодня мы находимся в турецком барбершопе. Я сегодня хочу узнать, справится ли турецкий барбер так же гладко побреет меня, так как делают это Russian blogger Shaver. Вот так выглядит турецкий барбершоп. Посмотрите, вот здесь мазки, мыло. Бриться мы сегодня будем шаветкой. Пускай плачут все опасочники, да, Паша там? Ох, Паша там сейчас будет негодовать. Шаветка, нет, нет. Достань опасную бритву. Бумагу. Так, насколько я понимаю, это кабан. Вот этот, который мы сейчас используем, помазок. Thank you.
Видимо, нет. Я так понял, братцы, что не рискуют идти в советский в обратку. И поэтому так называемая обратка происходит машинкой. Но я, честно говоря, ожидал другого. Нет, вот все-таки советская лобрасочка сработает. Ну, сейчас посмотрим, что будет происходить дальше. Вот сейчас как раз происходит то, что Барбара намочил немножечко лицо и проверил, как щетина, колется или не колется. Ну, сейчас мы с вами проверим. У меня было 99,9%, что Russian Red Shaver бреет глажи, если можно так выразиться. Чище, скажем так. Но сейчас мы это проверим. Все будет по-честному, братцы. Если ридшейверы проиграют барберам, я так и скажу, что ридшейверы в моем лице проигрывают. А если нет, то извините. Визуально все отлично. Но вы помните, как мы проверяем? С прокрутом. Вот так вот. Это, братцы, лосьон. Лосьон спиртовой. Спиртовой лосьон цитрусовый. Спирт так хорошо, прилично. Небольшой массаж. Кстати, очень приятно. Это, братцы, пошел крем увлажняющий после спиртового одеколона, спиртового лосьона. How much? Братцы, стоит это все дело. Сейчас я вам скажу, сколько. 10, да? Yes. Сколько? 10? 10. Thank you. 10 лир. Это сколько у нас? 150, да, рублей получается. Вот. Сейчас снимаю. Вот. Вот так вот все выглядит. Нет, братцы. Тут, конечно,
есть задиры и очень много, очень много. Братцы, я вам желаю бриться от души, бриться для души и бриться с кайфом. И все-таки российский вид шейвера в моем лице немножечко выиграл. До новых встреч. Bye-bye. Thank you.